Шахматная олимпиада все-таки состоится в России в следующем году, а в Ханты-Мансийске впервые проведут паралимпиаду. Решение Всемирного антидопингового агентства не повлияет на турнир интеллектуалов. Напомню, ВАДА запретила нашей стране проводить международные соревнования, а российские спортсмены 4 года не смогут выступать на чемпионатах под флагом своего государства. Тем не менее, эти ограничения не коснутся 3 международных шахматных турниров, в том числе олимпиады и паралимпиады, которые состоятся в Москве и Ханты-Мансийске в 2020 году. Контракты на проведение этих соревнований уже подписаны, и нет возможности переноса столь масштабных событий в сжатые сроки. Так прокомментировали ситуацию в Международной федерации шахмат.